4К-видео, это Dota 2 с планшета Chewy 8. Bluetooth-клавиатура, Bluetooth-мышка. 2 гектара оперативной памяти, 32 гектара своей памяти. Онлайн. Сейчас загрузимся. Пацанов, сейчас скажем, что мы с планшета играем. С калькулятора. Планшет брался за $86. И на это, при этом имеет 4-ядерный процессор Intel. Купить планшет в Украине вы можете, оставив комментарий к видео. Кем играть? Не знаю, кем будешь. Он катни, Аксом можно вальнуть или кем? Или Урс? Ну смотри, Аксом проще просто, крутиться будешь все время. Мортай тоже норм. Там просто долго. Мортой? Потом зайдешь на стройки. Просто 3 пик, ё-моё, всё, проиграли сразу. Думаешь? А, да. Там 4 керри, тут же Опа. Да и ладно, мы ж не снимаем. Я снимаю, да. Дожми, дожми эту кнопку. Выключаю. Я буду снимать. Я буду фармить. Давай. Так, напоминаю, это гейм с планшета Chewy V8. Самый дешевый планшет на Windows 8.1. Имеет довольно-таки хорошую качественную IPS-матрицу. Здорово, пацаны, меня слышно? Это, мы с планшета тут валим, потом видео на ютубе ищите. Планшет Chewy V8, Dota 2. Планшет за $85. Windows 8.1, нормально. Да, 2 гектара оперативы, 32 своей, короче, все четко. Кто в Украине может купить? Добавь меня в друзья. Ссылку скину. Потом видео, посмотришь, как мы сейчас валим тут с планшета. За планшетами будущее дотки. Не проиграем. Да, пик вообще жесткий. По пику точно проиграем. У нас есть Морта, которая не фармит, потому что неудобно. Пока. Что, не лагает? Нормально? Ну, такое. Ходил. Только против акса будет сложно стоять. Три из двух. Три крипа из трех добил. Нормально. Красава. Пока. То, что Сони греется, не страшно? Он выключится сам, если что. Хорошо. Нормальненько. Тут клавиатура, мышка, планшетик. Будет плохо, когда батарея закончится на планшете. Аккумулятор здесь 5000 мАч. Хватит, чтобы поиграть 3 часа в дотку. С полного заряда. Сейчас, Ира, подержи Соньку. Снять. Снимай, держи.